начнется фестиваль с пролога, потом будет основная часть фестиваля, это индивидуальное выступление каждого коллектива. Вот, и после этого будет финал, в котором выйдет сводный оркестр всех участников фестиваля и будет исполнять совместно музыкальные произведения. Теперь то, что касается особенностей нынешнего фестиваля. Тема фестиваля была избрана соло с оркестром. То есть военный оркестр, он помимо того, что исполняет разножанровую, разноплановую музыку, он еще может выступать в качестве аккомпанирующего инструмента для солистов. Солисты, кто такие солисты в нашем понимании? Это могут быть как солисты, инструменталисты, солисты, вокалисты. Это группа каких-то музыкальных инструментов, которые входят в состав военных оркестров. Они могут тоже выступать в роли солистов, и на этом фестивале вы это услышите. То, что касается коллективов, как будет реализована вот эта вот тема фестиваля, выступления коллективов. Все коллективы, тема фестиваля с представителями коллективов была заранее оговорена, и в их выступлениях мы это увидим. Пока не могу подробно рассказывать о выступлении каждого коллектива, которые будут принимать участие в фестивале, потому что мы уже окончательно вариант их выступления увидим, когда они приедут к нам в Москву. Вот. То, что касается, ну, немножечко приоткрою завесу музыкального фестиваля, то, что касается разножанровости, разноплановости, в прологе у нас в качестве солиста будет выступать рок-группа в сопровождении военного оркестра. Это тоже будет интересно. В финале, немножечко завесу над финалом приоткрою, не буду называть произведения, которые будут звучать. В прошлом году мы впервые попробовали в финальном попурри. Основывалось оно у нас на песнях и на экранах. Ну, многие говорят, что это караоке, но это не совсем караоке. На экранах были тексты песен, высвечивались, и зритель мог принять участие также в качестве солиста, поскольку у нас тема соло с оркестром. В прошлом году смог принять участие зритель наш в качестве солиста в финальном попурри нашей программы. То же самое повторяем в этом году. В этом году финальное попурри также у нас будет построено на песенном материале. Вот, и зритель также сможет стать нашим солистом. С индивидуальными выступлениями у нас выступит Центральный военный оркестр. И выступление Центрального военного оркестра, также тема фестиваля, найдет свое отражение. Потому что с Центральным военным оркестром в разные дни в качестве солистов будут выступать наши ведущие музыканты. Такие как Игорь Михайлович Бутман, Тамара Михайловна Кверцетели, Хибла Герзмава, Анита Сергеевна Цой, ну и визитная карточка, замечательная постоянная гостья нашего фестиваля Мирей Матье. То есть они будут выступать с Центральным военным оркестром в разные дни.